Бүгінгі келген мақсатым негізі бұл Цель моего визита – поделиться опытом, обменяться и взглянуть на новые возможности. Перед каждым членом группы «Туран» стоит огромная миссия. Во-первых, популяризация этнофольклорной культуры. Во-вторых, распространять ее по всему миру. Артисты этнофольклорного ансамбля «Туран» освоили более 30 народных инструментов. Также артисты используют технику горлового пения. Ансамбль танца «Гаку» областной филармонии подготовил хореографическую постановку под музыку из этнорепертуара. Мы танцевали под несколько произведений Серика Нурмолдаева, показали танец под композицию ансамбля «Туран». Нам дали хорошую оценку. В целом мы старались совместить хореографию и музыку. Каждое движение было тщательно отработано. Отдельного внимания заслуживает проект «Этнотерапия». Особенный эффект дает звучание национальных инструментов. Серик Нурмолдаев уже 2 года проводит авторскую сессию. Кокшетауцы тоже поучаствовали в терапии, которая так полюбилась жителям Алматы и столицы. Аяс, Буран, Алла, Адаспит. В принципе, можно сказать, что этот этнотерапевтический проект реализован давно. Исцеление внутренних переживаний человека силой этнической музыки. Терапия не имеет возрастных особенностей. Принять участие может любой желающий. Во время сеанса автор объяснил, как работает этнотерапия и помогает расслабиться с помощью музыки. По словам музыканта, зарубежные слушатели часто говорят, что казахская национальная музыка имеет некое философское направление и дает представление о космосе. Зарина Дюсекеева, Айсалия Съезбек, Дархан Ужибаев, Абай Тулеген, Кокши Ақпарат.